Это White Star коллекция LOV. Сейчас будет много металла, много стекла и много брутального света. Настроение LOV. Коллекцию LOV можно дополнить подвесной люстрой из коллекции Акробата. Теперь этот паук будет жить с вами. Данная модель есть на 7 плафонов и на 5. Плафоны LOV на длинных шнурах-проводах с системой противовесов. За счет противовесов можно создать любой геометрический и динамический рисунок, какой вам захочется. Плафоны металлические, брутально прочные. Сразу скажу, во всей коллекции лампы Е14. Подвесная люстра на 6 плафонов. Круговое основание. Плафон регулируется в любом положении. Данная модель есть с плафонами из стекла. Подвесная люстра на 3 плафона. Спокойствие. Одна длинная арматура и 3 плафона. Данная модель есть с плафонами из стекла, регулируется в любом положении. Фантастика. Потолочные люстры на 6 плафонов. LOV для низких потолков. Жесткое основание из арматур. Внутри каждой металлической трубки находится провод, который идет к плафону. Люстра находится на круговом каркасе. Все подвесы одиночные, один плафон, но есть различия. Куполовидные плафоны есть в белом цвете, матово-черном, золото лайм и розовое золото. И матовое стекло. С конусными плафонами все очень просто. Black and white. Металл, металл и здесь тоже металл. А здесь есть матовое стекло. В брутальной коллекции LOV у нас представлены бра двух видов, с короткой ножкой и с длинной ножкой. Здесь 3 варианта регулировки, а здесь 2 варианта и где-то есть 3 варианта регулировки. Как мы видим, здесь по цветам все очень просто, black and white. А в бра на короткой ножке здесь большая палитра цветов. Матово-черный, матово-белый, розовое золото и матово-белый из стекла. У всех бра верхний и средний механизм регулируется вверх и вниз, а нижний механизм регулируется как ты хочешь. Дополняет историю бра настольные лампы. Одна у нас настольная, а другая крепится к столешнице фиксатором. Есть еще одна разница – куполовидный плафон и конусовидный. Все в матово-черных цветах, но есть и дополнительные цвета. А брутальный уют создает торшеры из коллекции LOV. Торшер на штанге состоит из двух составных частей. Основание с утяжелителем и подвижная часть торшера. Подвижная часть торшера имеет 3 механизма регулировки. Верхние две регулируются вверх и вниз. А нижние регулируются как вам захочется. Но для начала нужно ослабить механизм. Выбрали удобное для вас положение и зафиксировали торшер.
Loft – это брутальность вашего интерьера на максималках. Это LightStar Loft.